Это может случиться с каждым. Я проснулся от сильного зуда на руке, включил фонарик и увидел на себе десяток насекомых. Это были постельные клопы. Скорее всего, они прилетели вместе с чемоданом из нашего отпуска. Я сразу подготовил вакцину из соды и обработал укусы. Отодвинул всю мебель и отодрал плинтуса. Клопы боятся света и прячутся в темноте. Собрал в банку несколько особей, чтобы найти эффективное средство для уничтожения. После долгих экспериментов мне удалось понять, что жидкость уничтожает нечисть буквально за 5 минут. Порошок справляется медленнее, но обладает продолжительным эффектом. То есть, если клопы в зоне видимости, наносим спрей прямо на нечисть. А если они спрятались по щелям, то обрабатываем все порошком. А лучше использовать все вместе, и тогда можно забыть о проблеме раз и навсегда.